Всем привет. Привет. Сегодня, короче, пока временно приостановлю. И сейчас подождем. Подождем временно. И пока приостановлю. Пока. Так. Нажми еще. Что ты делаешь? Вот, короче, вот и лифт. На этом что делаешь? Сейчас. Нажми. Все. Ты снимай, говори. Алло. Вот. Чего, Баранеза, была звонок? Вот, звонок, ага. А, чего, Баранеза, звонок? Нет, да. Сейчас не было, хорошо? Да, да. Вон он, 28 этаж. Оп. Так. На паузу. Временно приостановлю. Так. Так, немножко там пассажира выгрузили. Все, теперь же никто не будет. Все, автоматический лифт придумали. Иди. Лифт даже скоростной. Вот. Даже кнопки есть там. Это для инвалидов, скорее всего. Даже скорее уши закладывают. Вот так выглядит. Так выглядит из Хайвелла. Когда будет жить в этой квартире, то тогда можно закладывать. Так выглядит Хайвелл. Здесь посольство Америки. Так выглядит в Хайвелле лифты. Здесь Хайвелле такой большой. Такое большое здание на 28 этаже. Значит, короче, пока придется. Так, это вторая серия идет, продолжение. Короче, все по-корейскому сделано. Так, вызываем лифт. Кстати, лифты замечаю в последнее время, то не работает. Кто поедет? Давай на этот свободный. А, что это? Если нажать, то видит. А может на этом? А
Ну нет. Что-то тихо, что-то. Лифт не поднимется. А что так умеется? Вот этот лифт. И сейчас лифт. Лифт такой быстрый, что даже текает. Главное, компания, главное, здесь можно жить. Колеска. Еще он даже сказочный. С. Еще дополнительный С есть. Кнопка. Д6. Д это паркинг. Сколько у вас писем? Еще даже здесь есть. Еще покажем домофон. Вот так скользко. Приостановлю еще.